В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в деревянном доме на улице Летчиков, обитатели которого и так должны были быть переселены в ближайшее время в другое жилье. Огонь появился в единственной пустующей квартире, остальные еще заселены. По деревянным перекрытиям огонь устремился на балкон и вверх на чердак. Пожар произошел в двух квартирах. Локализован был в кратчайшие сроки. Распространился на чердачное помещение. Эвакуировать пришлось всех, кто в 10 часов утра еще был дома. Около 20 человек. Я с работы пришла, спала. И муж только проснулся и уже пожар. Я брился, и вот бам, пожар, огонь. С балкона прям. Были и семьи с детьми. Эта женщина была дома с годовалой дочкой. Выбежав на улицу, она принялась звонить родственникам, чтобы те вернулись домой и вынесли хоть какие-то вещи. Подружка приехала, забрала ребенка моего. Потому что я ее вытащила по уголу, как и сама вышла. Тем, кому деваться было некуда, представители местного ведомства ГО и ЧС предоставили теплый автобус. Что могло загореться в комнатах, из которых съехали хозяева, непонятно. Необитаемой в прямом смысле этого слова квартира не была. Накануне соседи видели, что туда стягивались асоциальные личности. Возможно, именно их неосторожное обращение с огнем и стало причиной ЧП. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Скорее всего, ЧП приблизит расселение. Получить новые квартиры жильцы должны были до конца 2016 года. Но сейчас жить во многих из них стало невозможно. С места происшествия Анастасия Кузьмина и Евгений Василенко.